Добрый день, дорогие зрители! Закончили комплекс работ по возведению перегородок и механизированной штукатурки стен в жилом комплексе West Garden. Объект довольно-таки сложный, выполнялся по дизайн проекта с соблюдением геометрии и всех размеров. Здесь мы использовали белую гипсовую смесь Volma гипсактив. Стены сделали с глянцеванием. Опускаемся немножко вниз. И видим ниши на стенах, где будет смонтирован скрытый плинтус. Здесь также очень хорошо видно те места, которые были проклеены сеткой. И еще немного касательно перегородок хочу вам показать, что из себя представляет тот пирог, который лежит внизу. Это шумоизоляция, шума нет 100. Дальше. Серый – это пескобетон. Внутри пескобетона также у нас вложена вклеена базальтовая сетка, так же, как в каждый ряд кладки. Влажное помещение оштукатурено штукатуркой старателя Optimum. Здесь таких помещений 3. Работы на данном объекте уже приняты нашим технадзором. Ждем заказчика для того, чтобы показать ему результат работы. Объект действительно был довольно-таки сложный. Площадь квартиры 105 квадратных метров. Потолки высотой 3,68. Работы на данном объекте заняли у нас 12 дней. Но, поверьте, результат того стоит. В описании к этому видео вы можете найти наши контакты. Обращайтесь, подписывайтесь, но только в том случае, если вам нужны самые ровные стены в РФ.